Друзья, всем привет! Павел Георгиев по такси на Хайнане. Такси на Хайнане есть, их очень много. Сейчас на моем примере мы поедем с вами из Дадунхая в Хайтунвань. Посадочка у нас сразу. Только сели 11 юаней, дальше у нас последующие километры 2,4 юаня. Двигаемся спокойно, по счетчику платим. Поэтому не переживайте, что вас здесь кто-то обманет, да? Ну, будьте внимательны, обратите внимание, что у такси есть счетчик, и вы садитесь действительно с такси, а не в какой-то частный автомобиль. Здесь, естественно, у них есть там лицензии, все остальное. И такси сразу вы узнаете. По внешнему виду, это оранжевые машины, это, соответственно, надписи, что это такси. Так что, друзья, все очень нехитро, можно двигаться и по городу так. Это не настолько дорого, как вы думаете, это, как говорится, не Арабские Эмираты, здесь в этом плане все поэкономичнее. Машины с кондиционером, все комфортно, в любой части острова можете спокойно поехать на такси. Сейчас будет вопрос, можно ли вызвать? Можно вызвать. Есть DiDi-такси, можно вызвать, но вам тогда нужно иметь телефон, желательно китайский, да, и все в этом духе. Лучше оплачивать по оплате такси, ну, если вы едете с наличными, наличными, если не наличными, карточкой. Здесь, я не ошибаюсь, по-моему, сейчас нет, у них QR-коды везде, это либо WeChat, либо Alipay. Так как у нас с этим есть проблемки, лучше используем наличные средства. Вот и все, друзья, так что все нехитро, катайтесь, ездите, не сидите на одном месте. С вами был Павел Георгиев, видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Все данные по ссылочке под видео.